Добрый день, друзья мои. Давайте сегодня сделаем что-то просто и вкусно. У меня есть картошка, филе и кусочек свинины. Нам понадобится еще 3 морковочки, лучок, 3 зубчика чесночка, соль, специи по вкусу. Итальянские травы я не очень люблю. Перчик, обычный хороший горошек. Мелисунели можно, ложечку, пару листиков лаврушки. Ну, базилик для вкуса, я так думаю, когда с мяском, это очень даже оригинально, щепотку. Вот, и все это мы сделаем в нашей подружке, помощнице мультиварке. Приступим? Так, мои хорошие, мы подготовили, картошечку почистили, мяско порезали, морковку порезали, лучок, чесночок приготовили. Все, теперь все это мы должны перемешать и поместить вот в этот замечательный чугунок, в такой наш замечательный мультиварочный ковш. Так, друзья мои, маленькая штучка, что-то я забыла, а я знала, ложечку, буквально ложечку добавить маслечко, вот так, ну, может быть и две, во всяком случае, вот так, и теперь перемешиваем. Аккуратненько снизу вверх. Хорошо. Хорошо. Вот так. Так, друзья мои, мы поставили чашу в мультиварку. Водички пол стаканчика, вот водички я налила, забыла об этом сказать. Так, буквально пол стакана. Закрываем. Клапан проворачиваем для нагнетания давления. Ищем точку Ваня. Теперь ищем тип продукта. Вот тут у нас такая прекрасная мяско, там 30 минут. Мы добавим немножко, даже не немножко, а трошечки больше. Вот так, у нас просто достаточно много продукта. 45 минут, прекрасно. Старт. Ну все, работай наша. Вот видите, клапан как раз давление. Работай, лапушка. Мы, как всегда, пойдем пить чай. Так, давление закончило нагнетаться. И вот 45 минут. То, что нам мультиварочка показывает. Замечательно. Замечательно. Ждем 45 минут. Так, вот и закончились наши 45 минут. Выключаем программу. Так. Помним, что пар. Осторожненько. Вот так сейчас. Ух, вот такая красота. Запах. Цвет, вкус. Все вкусненько. Не сомневаюсь. Ну хорошо, брат. Друзья мои, всегда приятно смотреть на результат своего труда. Где бы чего вы не умели или не делали, или не... Всегда получится, если вы делаете это с душой. Это я не потому, что я себя хвалю, а хвалю вас. Обязательно делайте. Буду рада вашим отзывам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я уже мужа совсем извела, хотим перекусить. Приятного всем дня. Удачи!